Виктор Егоров, главный тренер СБР. Виктор Юрьевич, с победой поздравляю, с выходом в полуфинал. Пару слов про матч. Ну, первый тайм наш, второй их. Как бы нам повезло чуть больше. Хорошая боевая игра, хорошая игра плей-офф. Команда 19-й район показала себя с хорошей стороны. Как бы, ну, я, в принципе, так и думал, что они будут с хорошим настроем, нигде не уступали в борьбе. И, в принципе, во втором тайме они имели внутри 100% мяча, где у нас, меня не может не радовать, первый раз на этих выходных наши вратари сыграли блестяще во всех трех играх. Поэтому спасибо вратарям и спасибо ребятам за дисциплинированную игру. Да, как раз хотел и отметить то, что вот во втором тайме так, да, Ушаков, может быть, не просто после перерыва появляться, но в целом, может быть, там напугал даже на пенальти чем-то соперника. Сейв в самом начале, там на первых секундах тайма подтащил важный момент. Еще один, ну, действительно, такая хорошая, да, у вас конкуренция, три примерно одинаковых, да, квалифицированных голкипера. У нас три их, но только мы что-то Антона давно не видели, поэтому ему большой привет. Надеемся, что он скоро появится. Вот. А так еще раз хочу отметить то, что мы сегодня постарались сыграть дисциплинированно. Единственное, чуть-чуть это моя ошибка, что мы начали второй тайм встречать от середины. Надо было играть так же активно, как первый тайм, потому что мы сейчас другую схему играть не можем. Некоторых лидеров сегодня не увидели, да? Там тот же Леша Георгиев, Андрей Рингач. Где они, когда появятся? На полуфинал ждать? На полуфинал ждать. Ребята все в обойме. Просто любительский футбол. Есть свои семейные проблемы. У нас еще и Бабенкова Олега нет. Поэтому как бы мы ждем это усиление. И я думаю, мы будем еще сильнее и еще лучше. Главное, наверное, по сегодняшней игре в любом случае, да, без травм, без красных. Ну, это да. Хотя концовка там была уже огненная. Поэтому, ну, в принципе, как бы никто не хотел уступать. Я бы так бы сказал. Лучший игрок матча — Андрей Рыгач или Сергей Цыганов? Не готов сказать, но ребята сыграли очень хорошо в защите. Спасибо большое, Виктор Юрьевич. Максим Скрябин, 19 район. Максим, уступили, заканчивает свое выступление в 1/4 финала. Что в целом по матчу скажешь, и по турниру, наверное? Да, слушайте, уступили, но я не скажу, что уступили по игре, но СБР просто сыграла так, как обычно играем мы. По-простому, на контрах. Они отдали мяч, и они там свои наковыряли моменты, я не скажу, что у них было миллион. Там моменты пошли только под конец, когда уже пошли ва-банк. Что, незабитая пенка, следом незабитый момент в упор. Все сыграло. 2-2 дело, и нет вопросов. Что с началом тайма? Почему вот первую 25-минутку, ну, не то чтобы провалили, но, наверное, абсолютно заслуженное преимущество соперника было? Да я не скажу, что провалили, но там два гола-то в упор наковыренные, как бы. Это не то, что какая-то суператака разыгранная. Там никакой атаки не было. Два микропрострела, которые пролетели под ногами и в упор, как бы, ну, в пустые закачаны. Ну, как бы, блядь, начали чуть-чуть не так, да. Как бы мы просто хотели по-другому. Ну, получилось так, как получилось. Соответственно, по турниру, ну, вылетели. На этом ничего не заканчивается. Вот. Поэтому будем готовиться к Суперлиге. Все, спасибо, больше не буду задерживать.